Oşa uç. Sırdan başlayın değil mi? Sırdan başlayın. Yeni programma, iki kere yakışı uçuyanma. Üçüncü numaki zor baza bilen kaçısını sıfatlı uçuşa tayyorma. Programma. Bravo, ben çünkü sen kutu şuna koyuyordun. Новую программу переходим в качестве. Да. Да, имеется. То есть новую программу в качестве переходим, ну, повторно, да, переходим? Повторно, потому да. Что у нас двойка идет. Повторно же у нас? Повторно, но качественно. Не забываем. То есть двойку увидели, значит, мы переходим это так. Опять повторно. Опять двойка. Что за состояние? Двойку увидели. Значит, я что-то повторно перехожу. Что? Делаем информацию, видим, закрываем, решаем, не закрываем, идем дальше. Как идем? Да, ну, понимаем, что это у нас уже повторно. У меня есть свой этот. Видите, видеоблогер. Вот. Так, теперь. 003. Смотрите. Вы покупаете хлеб. И вы увидели этот код. Долеварапа. На молитву хлеб. Как, да? Хлеб? Да, хлеб. Да? Со скоростью. Вот хлеб стоит. И код стоит. И раз... Ананы махчизды или там любой нас, любой нанны дейли, и машина кодис, но мы сизге бутрады. Качественный просто. Ноль, инди, йог, да? Янге, начало, йог? Нет. Йо. Янге рецепт была, янге рецепт была. Качественный сегмент, да, ресурсный хлеб получается. Да. Видите, то есть для вас тройка тугеваттама, хлеб, то есть он обнуленный, да, обнуленная вся программа с новыми программами, новыми ресурсами, рецепт, рецептами, да, да, умница, классно. Значит, этот хлеб благостно покупать? Да. Да. Просто он сам по себе вкусный, качественный. Да, очень. Да, 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 умница. А если стоит 0,30? Это обнуление качества? Как вы считаете? Как вы чувствуете? Говорите все. Качество с йодиген, ага. Янге рецепт план качество с дур нома, лекен. Уже. Вахтынче. Может, не, да. Время. Без результата уже. Да. Инь сфат тараджадаксы дегена. Да, бесполезно. Нет, просто он не пригодится, этот хлеб. Отсроченный. Да. Он был качественным, но сегодня он уже не годный. Ну, так сказать, если это к хлебу, да, посмотреть. Мы уже понимаем, что этот хлеб уже не такой ресурсный, как он был. Понимаем, принимаем, хотим, берем, не хотим, не берем.